Начнем с главного. За ночь в больницах Иркутской области скончались 3 пациента. Общее число жертв коронавирусной инфекции выросло до 32 человек. У 17 из них смерть наступила в результате обострения других заболеваний. Новые случаи заражения за сутки составили 182. Итого в Приангарии с начала пандемии инфекция поразила 3265 жителей. На лечении находятся около 1200 вахтовиков, 24 в тяжелом состоянии. В регион тем временем продолжают прибывать люди, работающие вахтовым методом. К обязанностям они приступают только через 2 недели карантина и отрицательных тестов на ковид. В общероссийском антирейтинге по заболеваемости Иркутская область входит в десятку лидеров по росту инфекции, а по выздоровлениям регион лишь на 30-м месте. Напомним, решением главы региона Игоря Кобзева ограничения продлены до 14 июня. В Приангарии продолжает действовать масочный режим.